Установившаяся в городе над Бугом не по сезону летняя погода поспособствовала ранней активизации клещей, а укус этих паукообразных может повлечь за собой тяжелые болезни. Вирус клещевого энцефалита, лаймборелиоз, клещевой тиф и другие инфекционные заболевания. Брещанам нужно быть начеку, ведь укусы клещей в этом году уже зафиксированы во многих районах города. За истекший период 2024 года уже пострадало на территории Брестской области 61 человек. Из них половина детей, 30 детей. Наиболее опасными местами, где происходят укусы на территории города Бреста, являются парк воинов-интернационалистов, территория набережной, близлежащие территории мемориального комплекса «Брестская крепость». Также укусы у нас регистрируются и в микрорайоне Дубровка, в новом микрорайоне Юго-Запад, где улица Грибоедова, там, где сейчас строится новый микрорайон. Вот оттуда у нас большинство укусов с территории города. Хоть от укуса никто не застрахован, все же лучше попробовать предупредить контакт с клещами. За городом надевайте одежду с длинными рукавами, заправьте брюки в носки, не забудьте про головной убор. После возвращения домой внимательно осмотрите себя и своих близких. Чтобы обезопасить себя от клещей, прежде всего нужно соответствующе одеваться, когда идете на природу, либо в лес за грибами, ягодами, березовым соком. Обязательно проводить взаимоосмотр, сам осмотр каждые полчаса. Также смотрите за своими домашними животными, если берете с собой собаку, например. И обязательно смотрите за детьми, которые могут залезать в заросли. И, конечно же, пользуйтесь репеллентами, которые можно купить в любой аптеке, либо в любом хозяйственном магазине. Если клещ присосался, то снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством – спиртом или йодом. Снятого клеща следует сдать на экспертизу, чтобы предупредить возможные заболевания. Специалисты рекомендуют доверить извлечение опасного возбудителя медикам в травмпункте, где для вас сразу подберут лечение. Если вы обнаружили на теле присосавшегося клеща, вы можете извлечь его самостоятельно с помощью нитки либо специального устройства клещедера, продается также в аптеках, либо обратиться в лечебную сеть, что, на мой взгляд, наиболее приемлемо, так как при удалении клеща в травмпункте вам назначат профилактическое лечение. И это лечение наиболее действенно в первые 72 часа с момента укуса. Не забывайте про элементарные правила безопасности, пользуйтесь репеллентами и будьте здоровы. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.